Всем привет, ребят! Сегодня мы будем вытаскивать Некроса, посмотрим, за сколько бездонатный игрок, сколько нужно будет самоцветов, чтобы получить Некроса сокровищницы. Опять его туда добавили, и за трату 2000 самов вы можете получить Некроса там, и кучу других топовых героев. Сейчас мы посмотрим, каких. Я самики тратил в этом... Как эта акция, блин, вечно забываю, давно уже в Боге Грома. А также у нас есть вот сокровищница сегодня. То есть там вы тратите, тут вам дают попытки. В принципе, неплохое сочетание, но вопрос, какой шанс. Так, найди сокровище. Вот я потратил 201 664. Уже 2 дня идет, раньше был там 1 день. Практически больше не давали, сейчас дали на целые выходные. Вы имеете возможность собрать Ару, Варлока, Стрелка, Афину, Фрейю, Некроса. То есть Фрейя, Некрос самые топовые, и Афина, в принципе, и Стрелок. 4 топовых героя, которых вы можете собрать за трату самиков. Конечно, надо тратить до хренища, скажем так, потому что все предыдущие... Кто смотрел сокровищницы, там минимум с 200-250 тысяч вылетает. Ну, за год, в принципе, это реально собрать. Ну что, поехали. Так, 40 кристаллов. Топовая награда. 55. Так, опять кристаллы. Хоть кристаллов накопим, каких уже тоже не надо. Так, опять. Ну, еще одна с акцией на трату, это пират. Там, конечно, поярче, но там не падают герои, там падают расходники. Там именно расходники для прокачки героев. Вот первый наш герой Варлок за 15 попыток. Золотой ключ. Ордена. Да, одни кристаллы падают. Никаких легендарных яиц даже не дают. Раньше, помню, когда-то были. Отсюда я очень много доставал легендарок. Открывал из-за этого питомца, прокачивал очень быстро. Сейчас уже опять тут. Так, карта выносливости. Опять придется в кабашке сидеть сутками. Но в любом случае придется, потому что на нашем сервере еще до сих пор не ввели синие и красные кристаллы в продажу. Если сравнивать с другими, а для ковки 6 рун надо там 94 или 96 тысяч, опять варлок. Да, 35-я попытка, опять был варлок. Что же будет дальше? Два варлока уже. Могли бы хотя бы здесь сделать по одному герою. Так, Ара. 41-я попытка. Это как дополнительный бонус, в принципе, неплохо. Но шансы на Боги Грома очень маленькие. Вот смотрите, 100к мы только выбили, 2 варлока и Ару. Афина, вот, 50 попыток, уже получше. За 100к, получается, Афину получили. Интересно, за сколько же Некрос будет. Стрелок, отлично, 56 попыток. Карта смены чар. Ну, неплохо, неплохо. Правда, надо акции сочетания нормально. Можно, в принципе, героев ролить, кому надо, и потом здесь пробовать что-то выбить. Ну, достойная акция, она редко очень бывает. Еще одна Афина, офигеть. 64-я попытка, уже 2 Афины. Ну, осталось нам только Фрейю Некроса выбить.
это получается, что там, 128К на вторую Афину. Так, осталось 30 попыток. Ключ. Пара. Ну, рандомчик, давай. 25 попыток. Карта выносливости. Яйцо питомца, ничего себе. Куда они его запихнули? Ну все. Золотой ключ. Еще золотой ключ. Ну давай, что-то. Да, вот Фрейя. Фрейя и Некроса не так-то просто словить. Представляю, какой тут шанс, если эти уже по два падают. Вот она, Фрейя. 99 попыток. 99. Но это не Некрос. Блять, еще одна Фрейя. Но это просто жесть, ребят. Двойные герои падают. Окей, мы потратили 200 тысяч самоцветов. Сейчас мы заберем плюшки и опять будем тратить попытки в боге грома. Так, купить молот. Купить. Давайте так, чтобы было это по 25 тысяч надо покупать. Будем так делать. Поехали. Эта акция, сейчас вы увидите, почему я ее не играю, потому что, во-первых, тут убрали кулаки, во-вторых, тут уже понизили шанс на многих акциях. Вот так вот, вот такие вот, ребята, у нас награды, это за первый раз награды, представьте. То есть мы выбили две Фрейи, две Афины и Стрелка. Одних из топовых героев на сегодня. Ну, я считаю, это очень круто. Так, отлично, поехали дальше. Есть смысл копить, конечно, а вдруг вам огнекрыл упадет. Ну, видите, тут расходники сыпят. И ничего толком не падает. Свыше третьей ступеньки не поднимаемся. О, сундук. Наконец-то мы выбили сундук. За 300 тысяч. За 200. Ну, смотрите, вот только он упал. А сундук с четвертыми, по-моему, рунами. Да, с четвертыми. Поехали дальше. Вот третья карта даже упала. Ничего себе, сегодня как-то везет. Рандом поменялся, что ли? Так, третья карта даже есть. Отлично, побежали сюда. Так, 13 попыток. Ну что, достанем Некроса? Ну, подвисает. Карта яйца питомца. Ну,
Окей, понятно все. Забираем расходники. Идем обратно ролить. Купить. Давайте больше возьмем. Поехали. И первая, вторая ступенька. Это просто жесть. Кто отсюда достанет огнекрыло, тот очень-очень везучий. Так, открываем сундучок. Сумка Риббита вторая нафиг не нужна. Так, получить. Побежали обратно. Немножко неудобно, надо было, чтобы они делали, чтобы это все падало сразу в склад. Тут приходится каждых 40 бегать обратно. Видите, одни расходники получаем. Ну, очень странно, что мы выбили сумку. Я вчера столько переролил и нифига не выбил. А сегодня и сумка упала, и карта упала даже. Есть, отлично. Вот это мне нравится. Камешки, очень много их надо будет. Очень даже много. Единственное, надеюсь, еще красных кристаллов столько набрать. Так, окей, отлично, побежали дальше. Сейчас возьмем больше попыток, чтобы не бегать туда-сюда. Ну, вот первые, вторые. Больше ничего не падает. Сейчас забьем уже до этого, до сундучка следующего, и пойдем. Тут как ни жми, видите, первое. Какой тут рандом нафиг? Вот какой рандом? Там шанс получить, я не знаю, какой они сделали. Если раньше можно было стабильно фармить там третью, четвертую ступеньку, то сейчас получается первая, вторая. Утешительный приз в основном падает. И это очень печально. Лучше все-таки сливать все в другие акции того же самого пирата. Все добили. Отлично. Забираем. И карта вторая. Тоже бесполезная вещь. Отлично. Побежали, смотрим. Что у нас по попытках получилось? Где-то еще плюс, я не знаю сколько там, плюс попыток 30-40. попыток добавилось. 300 тысяч самоцветов мы слили уже. И выбили только одну третью карту, ребят. А что бы я в пирате сделал на эти деньги? Сколько я бы плюшек получил? Тут чисто расходники, хорошо, что тут падают на прокачку, допустим, те же самые карты, в этом как бы плюс тоже есть. Но опять же, все-таки лучше там фармить. Так, ну где-то наш Некрос. Уже даже две Фреи выбили, блин. Афина третья, блядь. Третья Афина, ребят. Третья. Жесть, отсюда, конечно, герои сыпят. Варлок.
Ну давай, Некрос, где ты там? Значки почета. Еще одна Афина, четвертая Афина. Офигеть. Просто офигеть. Вот этот отсюда сыпет. Ордена. Да, блин, карт, конечно, нафармили прилично. Я даже не знаю, где тут Некроса ждать. На какой попытке? 151 попытка. И его нет пока. Поехали дальше. Ну чё, будет хоть какое-то исцеление пятое? Или нифига? Блядь, шансы такие же, как и в яйцах. Никакие. Вот смотрите, первая, вторая. Или это мне такое на аккаунте сделали, или я не знаю. Но реально бред полный. $400,000 сюда впихнуть и нафармить карт смены. Вот следующий сундучок и опять сумка. Никому не нужная. Да, конечно, они шансы сделали на акциях. Раньше хоть был смысл какой-то играть, мне интерес был. Сейчас смотришь на это все и понимаешь, что все беспонтово. Так, окей, добиваем. До сундучка и опять идем. Представьте, сколько самоцветов надо накопить, чтобы получить Некроса. Конечно, везет, бывает, раньше падает, но это очень редко. Так, по-моему, еще один сундучок у нас получился. Не, нифига, показалось. $15 зеленых камней. Кому они нужны? Да, вот сундук. Ну что, так, давайте дотратим уже. Давайте уже добьем до следующего сундука. Коробку дали. Тоже очень нужная вещь. О, мы исцеление выбили.
Офигеть. Да ладно. Да, ребят, мы выбили с этой исцеления пятой. Офигеть. Ну, это удача. Надо будет шестерочку сделать. Это реально плюс. Отлично, просто отлично. Так, ну что, поехали дальше. Попыток почти 400 тысяч самоцветов. Ну, я не знаю, без донатному аккаунту 400к накопить это 2 года. Вот вам минак раз бесплатный, зато вы можете натащить всех остальных. Но это не, это просто сейчас такая удача. Обычно он там 200, 230, 270 тысяч падал, но видите, здесь просто нереально. Получается, чем больше акций, тем меньше шансов они ставят. Ну, и чё? По-любому там Некрос упал. Нам просто его не покажут. Так, поехали дальше. Карта смены чар. Ну это просто жесть. Карта выносливости, блин. Придется сегодня фармить кабашку. Вчера было лень. Ну, не падает просто. Даже героев уже нет. Золотой ключ. Сто девяносто девять попыток будет в итоге. И нету его. Зато остальные герои все попадали. Там, я не знаю, поскольку по 3, по 4 героя просто упало. Жесть. Вот это жесть, ребят. Еще одна Фрея. Я не знаю, какая пятая, наверное, по счету. Четвертое точно. Почему некросы так не падают? Поехали дальше. Может, нам повезет. Как мне крыло выбьем еще одного. Так, ну давайте еще на 1050. Смысла дальше просто не вижу. Потому что нереально будет собрать обычному игроку. Ну это жесть, конечно. Фрей натащили мы отсюда. И Афин. По-моему, еще один сундучок, если я не ошибаюсь. Да, еще один сундук.
Так, отлично. В принципе, ничего отличного. Ни Некроса, ни Огнекрыла мы не достали. Или до полмиллиона еще 50-ку возьмем. Чтобы уже наверняка протестировать этот рандом. Есть. Отлично, еще один камень. Ну, сейчас что-то начало быстрее бегать. То ли я начал быстрее клоцать, блядь. Так, отлично. Так, попробуем вот так вот, чтобы добить уже до равного количества. Это жесть. Так, это нам особо надо было. Ну, радует то, что отсюда камни падают. Это очень хорошо. Теперь где-то бы красных кристаллов столько набрать. На шестые сеты. Надеюсь, они скоро их завезут к нам. Еще сумка, бля, самая бесполезная, наверное, с того, что здесь есть. Так, отлично, побежали дальше. Блять, ну скажите, что это, сука, не наеб, блять, сразу же с первой тычки Некрос, блять, заберем 47 попыток, заберем, считайте, 90 тысяч, 400 тысяч самоцветов, ребята, 400 тысяч, 400 самов на Некроса, и мы все-таки это сделали, мы достали отсюда Некроса. То есть так, чтобы вы ориентировались, что вам надо накопить. Если может, конечно, повезти, может он упасть и за 100, но это будет реально просто жесть. Поехали, добьем попытки. Да, 200 попыток. Ну, что могу сказать, вот так вот Варлок еще дальше падает. Ну, даже там, в принципе, все награды получили. Единственное, не выбили огнекрыла. Ну его нафиг, этих огнекрылов. Думаю, скоро их будут за осколки. В принципе, я думаю, скоро соберу с лабиринта, буду фармить по максимуму его. Будет видно. Да.
А так, считайте, 2 года копить. Интересно, к тому времени, наверное, его уже или 2 года копить, либо купить его там за сколько его продавали, за 2 или за 3 пака. Можно было собрать, или за 4 пака. Вот вам разница. Или 2 года тупо копить, ничего не делать на аккаунте, чтобы аккаунт просто тупо простаивал. Ну, не знаю. Это жесть. Как во мне, по-моему, за 2 года можно накопить, насобирать, чем вот это вот мучиться. Купить за донат его. Он того не стоит, реально. Золотой ключ. И напоследок 1000 значков. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Вот так вот, вот он. Бездонатный некрос за 400 тысяч самоцветов. Это просто жесть. Ну, мы все равно его достали. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.